trotzdem. Lieber hier draußen machen. Los, Gustav, wie geht's? Всем привет, дамы и господа, с вами King Game Fox, и мы начинаем проходить дополнение к игре Sniper Elite 3. Сейчас мы решим, какое именно. Так, скачиваемые миссии, короче. А, в тени я уже. Походу я уже проверял. Ну ладно, давайте тогда... Начнем с этого. В тени. Ну, уровень, как обычно, средний, элитный снайпер. Начать игру. Подожди, выкладка. Выкладка. Да, вроде нормально. Ладно. Начать игру. Ну что ж, всем приятного просмотра. Intelligence operatives in North Africa have uncovered a plan to assassinate Winston Churchill. The source is unclear, but they also mention a fresh deployment of specialized troops for the task. More elites? And then my name comes up. Even your desert ghost can't stop them. Which brings me back to Siwa, won and lost since my last visit, once again held by Axis forces. Somewhere in its walls are answers to new questions. I'll approach from the north, with a choice of entrances. Inside, I should prioritize shutting down their communications before I look for answers. Perhaps set up a distraction, and take out any targets of opportunity. Enemy presence looks like it shouldn't pose much of a problem. I should still remain prepared. It won't hurt to carry a few grenades. Some dynamite, too, for a quick exit. Так, что тут у нас? Какой-то форт военный. Новое основное здание. Проникните в город и найдите шатер командования. Так. Надо быть... Поаккуратней. Греются. Неплохо устроились. Так, здесь что у нас? Ладно, идем дальше. Так, давайте-ка возьмем пистолет. Давайте пойдем вот так вот. Будем стараться действовать по стелсу, конечно. Пока все хорошо. Так, чисто. Хорошо. Ага, саботируйте. Чего? Подождите. Сейчас. Кстати, надо карту глянуть. А вот это мне пригодится.
Сейчас у нас уже три штуки. Да. Хорошо. Прыгающие мины. Редко у меня попадались. Так, мне бы какую-нибудь снайперскую позицию найти и оттуда всех выносить. Это было бы в идеале. Ладно. Так, давайте глянем на карту. Так, вот. Саботируйте радиоузел и подожгите провиант гарнизона. Так, а я могу отметить? Ладно, не знаю как. Неважно. Че, давайте искать противников. Они, по идее, должны быть прямо здесь. Один попался. Второй попался. Ладно. Ой. Возвращается. Ладно, давайте подойдем поближе. Надо действовать скрытно и желательно быстро. Так, сейчас он труп, наверное, обнаружит. Ну ладно, хер с ним. Пускай обнаруживает. Так, что-то как-то подозрительно спокойно пока все. Может, это ловушка? Так, и что мы там имеем? Походу, нам нужно взорвать, да, вот эту хрень. Ага, вот он. Обнаружил тело. Так, давайте еще раз осмотримся получше. Надо как следует осмотреться. Ага. Так. Чел, спокойно. Niente da riferire. Давай, иди к папочке. Есть. Неплохо пока все идет. Так, не хотелось бы, конечно, шум поднимать. Давайте поищем маскировку. Мне нужно найти какой-нибудь шум. Так, ну пойдемте сюда. Так, спокойно. Ой, куда? Так, я вот боюсь, что меня кто-нибудь сверху увидит. Не хотелось бы. Так, те двое там стоят. О. Машинку давайте отметим. Там, кстати, динамит я вижу. Кстати, можно пульнуть по динамиту, и эта тачка взорвется к чертям. Но это опять будет шум. А я бы этого не хотел.
Ага. Можно как-то наверх залезть. Так. Ага. Сука. Греется. А они там что-то обсуждают. Так, видимо, надо подняться. А, вот же он. То, что мне нужно. То, что я искал. Так. Вроде ника. Ага, какой-то лейтенант. А, офицер. Так, ладно, отметим. Отметим. Так. Мне нужно шум сделать. Работай. Не хочет собака. Блять. Всё. Пиздец. Я спалился. Сука. Гадёныш. Ну вот. Твою мать. Так, и что делать? Может, гранату кинуть? Блин. Нет, давайте лучше камушек кинем. Идите вон туда. Какого? Все, они ушли. Валим, 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 валим. Фу, блядь. Пошли наверх. Ага. Какие-то патроны. От пистолетика. Козел. Так, его отметить надо. Есть. Так, вот здесь еще какой-то чел ходит. Блять, и там ходит. Да они кругом, короче. Он что, сюда идет? Получи, сука. Ну чё? Куда это мы идем? А, тут еще лестница есть. Фу. Ладно. Вроде бы как бы обошлось без большой тревоги. Так. Мне нужен шум. Сука.
Так, короче, надо прыгать вниз. Нормально. Работай, зараза. Работай. Наконец-то. Ну что ж, попрощайся. Ух, все, башку снес. Вдребезги. Отлично. Да, офицер down. Так, сейчас вот этого козла надо снять. Замечательно. Так. Ну-ка, давайте-ка вот сюда. Угу. Не понял. Кто? Что случилось? Кто-то увидел труп, а кто, я не понял. На мини-карте я ничего не вижу. О! Кто-то идет. Получи, зараза. Так, сейчас надо вон тех голубков снять еще. Ёб твою мать. Это я лоханулся. Фу. Я на грани. О, но пока вроде держусь. Так, мне бы их сразу обоих снять. Сомневаюсь, конечно, что у меня это получится. Блин, не получается. Мне грузовик мешает, долбанный. Сука. Ладно, давайте сходим вон туда. Есть еще герои?
Вроде нет. А здесь что у нас? А здесь у нас офицер. Блять. Бинтик. Так, где эти козлы? Ладно, будем снимать по одному, значит. Не получается у меня никак снять сразу обои. К сожалению. Ну что ж, с кого начнем? Ой. Так, а начнем мы его, наверное, с того. В челюсть, да? Не? Шею. Блин, шум-то пропал. Твою мать. Так, давайте-ка обойдем. Ух, чуть не промазал. Ух. Краешком зацепил. Нормально. Динамит. Так, вот эта хрен, надеюсь, не сломается. Который шум нам создает. Так, нам ее нужно уничтожить. Узел. Где у нас теперь очередное задание то по идее надо на снайперскую позицию залезти. А где она, фиг его знает. По идее мне нужно вон туда идти. А вон он. А тут должна быть где-то быть снайперская позиция. Ух ты! Ни хрена. Я пошел. Давайте подарок оставим. Вот так вот. Так, подожди. Снайперская позиция где-то там. Ух ты. Блин.
Так, попробуем их снять. Блядь, шума не слышно. Че, он успокоился? Че происходит? Че, он труп опять увидел, что ли? Бля. Услышал мои шаги. Так, здесь я уже был, да? Подожди, не уходи, дружок. Далеко не уходи. Куда пошел? Так, а вот это смогу снять? О, он сейчас, наверное, будет возвращаться, скорее всего, да? Нет, он дальше пошел. Да, блин, возьми винтовку. Мозги вышиб. Спокойной ночи, ублюдок. Крепких снов. Ты говнюк. Успокоился. Да блять. Все. Нагулялся, все, отдыхай. Ничего. Так, надо осмотреться, наверное. Так, там вроде никого. О! Оба-на! Один и есть. Ух ты! Тихо, тихо, тихо. Ладно. Двоих отметили. Уже хорошо. Так, мне нужно поджечь там какую-то хрень. Найдите шатер. А, я нашел шатер. Хорошо. Так, вот та хрень, которую я должен поджечь. Но проблема в том, что я не хочу поднимать тревогу. Так, ну вроде никого больше нету. Так, пойдемте вот сюда. Японский городовой. Кажется, я попал.
прям на грани пола играю. Так, ладно. Мне опять повезло. Угу, вот этого чувачка. А, ладно. Так, смогу я пройти здесь? Отлично, прошел. Так, мне здесь рядом где-то... она с той стороны, наверное, это снайперская позиция. Тихо, тихо, тихо. Блин. Там какой-то глазастик. Окей. Еще одного нашли. Так, там какой-то враг по студии по карте. Ёб твою мать. Погоди, там шум был. Отлично, то, что мне надо. Подожди. Я воспользуюсь этим подарком. Ну возьми ты винтов. Вот, отлично. Ну все. Попрощайся. Хорошо сидим. Мина-то сработала? Я же сюда ставил. Да, она сработала. Я даже проморгал, когда она сработала. Ну ладно. Так, погоди. Ты должна быть где-то снайперская позиция. Как мне туда попасть? А, вот. Тут же лестница. Надеюсь, слышно будет. Ёб твою мать. Сука. Дневничок. Шум слышно. Хорошо. Можешь снять его. Почему ты, сука, не сдох с первого раза, а? Ну вот из-за этого тревога поднялась. Блин. О, шум слышно. Замечательно. Значит, давайте всех снимать потихоньку. Ой, блядь. Все. Все. Понеслась. Короче, все. Началась движуха, дорогие друзья.
Понеслась. Сука. Ну и чё? Кто-нибудь рискнёт сюда подняться? Есть смельчаки? Да, нашелся смельчак. Ну вот все было бы хорошо, если бы я убил бы его с первого выстрела. Почему он не умер, я не знаю. Сдохни, наконец. Сердце легкое. Да ёб твою мать. Жёстко. Очень жёстко. Ещё один смертник лезет. Давай, я тебя встречу. Как положено. Так, надо глотнуть срочно. Фу, блядь. Козлы, а? Расслабься ты, нахуй. Ух. Нормалёк. Так, по идее, надо спускаться, наверное. Давайте вот этого еще снимем. И валим нахрен. Все. Блять, еще один бежит. Ну куда ты ломишься? Сволочь. Ух, какой миллиметраж, ёб твою мать. Ужас. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Спокойно, не нервничай. Красота. Просто красота. Все, уходим. Меняем позицию. Мне этот кипиш уже надоел. Это же снайпер элит. Тут надо действовать скрытно. Я старался, но все-таки я прокололся. Подожди, я вспомнил. Мне нужно поджечь эту провиант или что там. Так, это что, ничего? Мальчики, расслабьтесь. Все, успокоились.
Вот и чудненькое. Сходите, выпейте кофе. Кофеек там, чаек. Так, прежде чем возьмем, зайдем, вернее, в шахтер, я хочу выполнить доп. Задание. Так что придется вернуться наверх. Ну, неплохо, перестреляли всех, сейчас уже можно будет спокойно ходить. Так, здесь я не был. Это еще что за подвал? О, это не подвал, это проход, наверное. Ладно. Так, надо снять вот этого козла. Лин, че, не можешь залезть, что ли? Да ладно, снайпер. Кто? Блин. На тебе. Так. Где этот провиант? Так, кстати. Оба-на. А-а-а. Это убить, это не та миссия. Это убить очередного офицера. Офигеть. А, блин. О. А, так, погоди, а где доп. Задание поджечь? А, вон оно. Ну да, там так и написано поджечь. Так, а если я пойду сюда, я попаду сразу на снайперскую позицию. Но какого мне толк от этой снайперской позиции, если здесь нету шума? Так, короче. Снимаем сразу обоих. О да, двойное убийство. Ладно, пускай шкирится. Так, давайте возьмем снайперскую позицию. Угу.
Так, сомневаюсь, конечно, что я здесь кого-то увижу. Ну, давайте поищем. Не. Не будем время терять на эту хрень. Валим. Так, знаете что? Сейчас, наверное, я подожгу этот провиант, или как он там, короче. И, наверное, сервер закончим. Не хочу слишком затягивать. Так, подожди. Поджечь, все правильно. Японский. Давай, 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 топай. Кстати, по-моему, можем вот так вот поджечь. Огнивом. Давайте попробуем. Сейчас посмотрим, сработает, нет? Огниво. Так, 3, 2, 1. Да. Сработало. Замечательно. Пошел ты. Нахрен. Все равно я уже всех перебил. Призрак. Так, а вот это я, пожалуй, возьму. Так. По идее, надо тут все. Меня услышали. Меня услышали. Чё, где он? А, вот он где. Это еще одна наша цель. Отлично. Лучше не подходи. Целее будешь. Молодец. I should search the command tent first.
Я, сука, сказал, не подходи лучше. Растяжка полная? Ух ты. Непорядок. Надо будет воспользоваться. Так, ну чё, провиант мы подожгли. Ну, я предлагаю на этом серию закончить. Продолжим, пожалуй, следующий. Да, так и сделаем. О, отлично. Просто замечательно. Ну что, всем спасибо за просмотр. С вами был King Game Fox. Ставьте лайки, подписывайтесь. Подписываемся на канал. Всем пока. До новых встреч.